Экстра Бау, вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5, дай 5. И с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли... Как меня зовут? Кей! Да, правильно, молодец. Вторая часть топа про порно-актрис набрала миллион просмотров, и по нашей традиции пора делать третью часть. И, собственно, вот она. В первые две части вошло столько порно-актрис, что я просто сейчас не буду их перечислять. В конце видео будут две ссылки, и вы можете посмотреть. На тот случай, если в этом выпуске не будет вашей любимой дамочки. Лего, 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 лего! Открывает наш топ юморная блондинка, которая часто шутит в своих фильмах. Феникс Мари. Место номер 5. Феникс родилась в 81 году в Калифорнии. В школьные годы училась очень хорошо, но была застенчивой тихоней. В общем, была она типичным интровертом. Более того, Мари призналась в том, что в школьные годы у нее было множество сексуальных фантазий, но она не воплотила их, так как ни с кем, естественно, не встречалась. Эй, мисс Мари! Woodstock! А воплотить все эти фантазии ей удалось позже. Когда ей было уже за 20, в одном из ночных клубов к ней подкатил парень, который предложил ей сходить в одно местное агентство на пробы. Какого рода это было агентство, догадаться несложно, учитывая нынешнюю профессию Мари. Girls! Girls! Oh, shit! Girls, come in. На данный момент она является одной из самых знаменитых порно-актрис в мире. Она снималась в клипе B.O.B. We in this bitch. Любит играть в World of Warcraft, обожает мотоциклы Harley Davidson. Она, кстати, работала в представительстве Harley Davidson до начала порно-карьеры. А также предпочитает играть в футбол и даже хоккей. Вот так вот. Are you sassing me? No, ma'am. Don't forget who's the fucking doctor here and who's the nurse. Четвертое место занимает полусербка, полушотландка Джессика Стоядинович, товарищ комрад, но работающая под своим творческим псевдонимом Стоя. Место номер 4. Родилась Стоя в Северной Каролине в 86 году и с детства мечтала стать танцовщицей, поэтому уже с 3 лет она посещала уроки танцев. Училась Стоя на дому и получила аттестат об окончании обучения в 16 лет. Далее дела с учебой не особо ладились. Отец Стоя работал в IT-сфере, и у нее был большой доступ к электронике и игровому оборудованию, что, по ее словам, привило ей любовь к технологиям. К съемкам же в фильмах для взрослых она пришла сперва через позирование для своего друга, далее была работа моделью для сайтов альтернативной эротики, и постепенно, шаг за шагом, она дошла до непосредственно съемок в самих порнофильмах. И, кстати, некоторое время она встречалась с исполнителем Мэрилин Мэнсоном, но они расстались. Перетатуированная латина, которая заигралась с пластикой лица в последнее время, Анджелина Валентайн, третье место. Место номер 3. Наша резвая брюнетка родилась, как и Стоя, в 86 году и свое детство провела на ферме в Кентукки. Посещала частную католическую школу и радовалась жизни. Однако, как она сама говорила, вся эта закрытая как бы католическая жизнь ей не совсем нравилась. Clear. А после попытки сексуального домогательства со стороны ее двоюродного брата, Анджелина покинула родной дом и отправилась в свободное плавание. Купание это довело ее до работы стриптизершей в местном клубе, а оттуда уже она пошла в порноактрисы. Сценарий, кстати, дико обычный для многих порноактрис, как мы уже знаем из предыдущих наших выпусков. Валентайн работала со многими студиями, включая знаменитые Naughty America и Brazzers. На втором месте у нас низенькая девчушка с лицом скромницы, за которым скрывается порноактриса под именем Рэйчел Рокс. Место номер 2. В 83 году Рэйчел появилась на свет в штате Техас. Рэйчел работала в сети американских ресторанов Hooters, которые славились тем, что на работу принимали только очень сексапильных официанток. Через какое-то время на уши к Рэйчел подсел ее давний школьный друг и сказал, мол, ты должна попробовать себя в порноиндустрии. На что, после раздумий, Рэйчел согласилась. На данный момент Рок снялась почти в 300 фильмах, была несколько раз номинирована на порно-Оскар AVN Awards, а также в 2007 году имела долю в магазине женского нижнего белья. Ну что ж, господа, никаких шуток, у нас первое место. Бенц, но не Мерседес. Рожденная в СССР,
но канатка по жизни. Порнозвезда Ники Бенц. Подбрасываем чепчики вверх и встречаем победительницу. Первое место. Любопытно, но настоящее имя Ники Бенц – это Алла Манчак, и родилась она на Украине времен СССР. Однако в раннем детстве родители вместе с ней переехали в Канаду. Уже до 18 лет Ники начала работать моделью и позировать в бикини. Наша силиконовая подруга затем познакомилась с одним режиссером из любопытной сферы кино и закрутилась-завертелась. Блин, как-то двусмысленно вышло. Ладно, Ники прошла через множество порно-студий, участвовала в съемках со многими звездами, включая мамашу современной порно индустрии Лизу Энн. Но самое интересное это то, что в 2014 году Ники выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Торонто. В своей предвыборной кампании Бенц обещала сосредоточиться на правах секс-меньшинств, общественном транспорте и экономике города. Однако ее заявление не было принято из-за того, что срок действия ее водительских прав истек. Все очень строго. Поэтому Бенц продолжает сниматься в кино. Ну и посмотрим, будет ли она еще раз пробовать баллотироваться в мэра Торонто. Пожелаем ей удачи. Такие дела. С вами был Ли Мишка Гамми Кей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, делитесь им, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ведь именно там можно голосовать в топах. Ну а мне пора снять напряжение. Всем пока. Я буду рад, как Ники Бенц, которая наконец-то станет мэром Торонто, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь первую часть топа порно-актрис и вторую часть топа порно-актрис.